Это видео было сделано по просьбе подписчика Тхилд... Ай, похуй, в общем, пиши в комменты озвучку, на какой фильм ты хочешь увидеть. Приятного вам просмотра. На, сука, на нахуй ведро ебаное. Это тебе за то, что квартиру на меня переписывать не хочешь. Старый, угадай, кого пизжу. Сын собаки, блядь, оглох, что ли? Подожди, старый, я и до тебя сейчас доберусь. Алло. Алло, ваш диагноз подтвердился. И какой диагноз, доктор? Сдохнешь скоро. Да ну нахуй. Ну ладно, до свидания. Долбоёб, мне, короче, 15 минут жить осталось, давай завещание составлять. О, блядь, дождался, ёпта, квартира, ю-ху! Плаваю на корабле, и оплаваю полмира. Старый скоро сдохнет, мне достанется квартира. Заткнись, блядь, я тебе говорю, завещание давай составлять. А, да, точно. Деда, деда, ты чё, уже сдох? А какой сдох, квартира? Слушай внимательно, старый, мои требования таковы. Я передаю своему внуку всё своё имущество, а именно квартиру, деньги и женщин. Сучонок, бабку оставь в покое, разогнался, блядь. Ладно, ладно, бабка нахуй не нужна. Так вот, хаты и деньги со счёта на Кипре. Чё ты там сейчас пизданул? Ты чё, охуел? Хуй тебе, а не счёт на Кипре, иди нахуй отсюда. Ну, старый, ты довёл. В эфире снова программа «Чё там на Украине». Как всегда, там что-то опять бомбят уже не потому, что нужно, а потому, что привыкли. Америка сделала безвизовый режим для жителей, но как будто у кого-то есть деньги, чтобы туда летать. Ты чё делаешь, придурок? Да так, ничего, могилу тебе копаю. Счёт он зажал на Кипре, перед кротами теперь оправдываться будешь. Ах ты, сын собаки, блядь, вальнуть меня решил. Слышь, так на похороны можно счёт на Кипре взять. Пошел нахуй, старый, ты допизделся, блядь. Я модифицировал наш пылесос. Он умеет разговаривать и теперь поможет нам со школой. Ай, блядь, ёб твою мать. Слышь, мудила, ты чё свой хуй в мою трубку сувал? Да нахуя рассказывать-то? Сын собаки, блядь, в следующий раз оторву. Чего вам по школе помочь надо? Ща я вам так помогу, охуеете. Ну, рассказывай, помог он тебе по школе? Нет, зато весь вечер рассказывал, как заблевал хату на Новый год. Я еще могу понять рассказы о том, как у малолеток мелочь отжать, но нахуя мне знать, как бомжиху на минет разводить? Сам ты бомжара, блядь. Он просто сказал, подуй мне в трубку. Я-то откуда знала, что так все закончится? Сука, я же ему сказал, трубку вырву, если моросить будет. Ща я его разорву, блядь. Я, короче, этой шкуре говорю, жопу показывай, а она, прикинь, чё, говорит, у меня парень есть. Ёб твою мать, блядь, я тебя сейчас на Алиэкспресс обратно отправлю. Хуясь! Давайте ему жопу оторвём. Отъебался? Жопу не трогай, видишь, она уже красная.